Вот это я скажу. Видите, на эту же метрономию. Я это имел в виду, что... А. Никакого.
тепло. Thank you.
Thank you.
Попал. Thank you.
Thank you.
сразу понимаю, что сзади его я. Поехали.
Давай, может, так же, дай брать.
как мы ездим. Thank you.
Thank you.
Yeah.
тебя кидать. На это был расчет. Я готовился к тому, чтобы пробовать. Я отрыгал все, что мог. Даже то, что проверяешь, как будто бы невозможно. Опять ты, опять я. На темной стороне, давай. Thank you.
всех устал просто. 22-1. Хорошо. Это тоже вот тобой закрученный, да, еще? 6-5. Евгений, мы хотели вам отдать. Уходи, уходи. Завертелся. Нет, такого касания не было. Давай переиграем. Давайте не понятно. Потому что мне кажется, что он стал вращаться после тебя. 7-6. Я выхожу на него.
Кстати, да, это все. Я что-то не понимаю. Сколько лет ему ручка? За сколько лет мы здесь занимаемся? Ну, понятно. Сильно и в диагональ. Выбежь, выбежь. Диагональ вообще так. Вот Костя выбил клапан, выбил вот диагональ. Не, я имею в виду, когда он не добегает, надо бить сильно и диагональ. Потому что если вот так на сетку пытаешься скинуть, он уходит вверх или падает. Шесть дней. Еще один такой, да.
опера на масло. Леша, например, на ногу пойдет. Слушай, ну его хватило, тренинг не хватило. Нормально его хватило, не хватило. Нет, ты можешь сделать. Конечно, потому что когда, Леша, когда ближний подача, ты делаешь шаг назад. Когда вы слушаете, вперед. Половина розыгрыша в один удар.